Центр образования «Точка роста» был создан в рамках федерального проекта «Современные школы» и функционирует в школе уже 2 года. Этот центр является одним из 10 направлений национального проекта образования. С момента своего открытия в центре активно работают лаборатория биологии и кабинет проектной деятельности, предоставляя учащимся школы возможность широкого развития и раскрытия своего потенциала в данных областях. Благодаря сотрудничеству с компанией «Полиметалл» в школе были открыты обновленные лаборатории по химии и физике. Эти помещения оснащены современным и полностью обновленным оборудованием, необходимым для полноценного и качественного проведения учебных занятий по данным предметам. Большая часть денег пошла на ремонт кабинета химии, потому что там состояние кабинета было более плачевно, скажем так. Но кабинет физики тоже очень сильно преобразился. Мы обновили фронтальную часть, да, мы закупили стеклянную современную доску, маркерную, магнитную, и закупили интерактивную панель. Вот. Она позволяет работать как с компьютером, так и как доска, режим доски. Также мы закупили полностью современную мебель для кабинета физики. В чем заключается ее особенность? Она имеет возможность подключать сетевое оборудование 42 вольта для проведения лабораторных работ. Предмет физика – один из немногих, который развивает экспериментальные умения учащихся. И для того, чтобы эти умения были сформированы, детям необходимо выполнять лабораторные работы. На текущий момент государство активно фокусируется на организации итоговой проверки знаний, которые играют важную роль в оценке образовательных достижений учащихся. Чтобы успешно пройти ее, необходимо не только усвоить теоретический материал, но и уметь применять его на практике. Учащиеся 7 и 8 классов также участвуют в этой проверке, осуществляемой в рамках всероссийских проверочных работ. Благодаря компании «Полиметалл» мы смогли обновить наше оборудование, смогли обновить наши, скажем так, приборы, и теперь наша школа отвечает современным требованиям. Наши дети будут готовиться непосредственно к проверке этих умений как во всероссийских проверочных работах, так и при государственной итоговой аттестации. В кабинете химии было закуплено оборудование и недостающие реактивы, и благодаря помощи компании «Полиметалл» школа смогла приобрести отсутствующие элементы, наглядные пособия и была обновлена полностью мебель. В кабинете физики это парты и стулья, а в кабинет химии еще и большое количество шкафов, которые нужны также по современным стандартам кабинету химии. Почему компания «Полиметалл» поддерживает именно естественно-научный профиль? Ну, все очень просто на самом деле. Мы преследуем свои интересы. Нам нужны сотрудники на Амурский гидрометаллургический комбинат. Ну, а поскольку это гидрометаллургический комбинат, это, естественно, физика, это, естественно, химия, это, естественно, математика, информатика. Ну, вот отсюда и родилось наше направление поддержки естественно-научного профиля в образовательных учреждениях Амурска. Для школьников, которые любят физику и химию, это действительно большой шаг в изучении нового. Для них открываются большие возможности с познаниями. Не каждая школа может предоставить специальный класс с таким современным оборудованием. Мне очень интересно работать с новым оборудованием. Это предоставляет больше возможностей ученикам, в том числе мне, как-то реализовывать свой потенциал и легче учиться, интереснее учиться. И очень классно, что есть такая возможность. Мы будем лучше понимать, вот там же именно структура веществ очень важна. Раньше на лабораторных работах у нас было не очень хорошее оборудование, из-за этого что-то не совсем получалось, разные опыты, а теперь будет это все гораздо проще и удобнее. В рамках образовательной программы «5 шагов к успеху», реализуемой компанией «Полиметалл» совместно с Управлением образования, молодежной политики и спорта района, в этом году один из кабинетов начальной школы Натальи Бурим был выбран победителем конкурса грантов. Целью данного проекта являлось приобретение ноутбуков, проектора и 2 магнитных досок, на которых изображены карты Хабаровского края и Амурского района. Такие классы с новым оборудованием помогут развиваться ребятам абсолютно любого возраста. С ранних лет у детей будет появляться любовь к предметам, а в дальнейшем и к работе в этой области. У нас есть возможность применять информационно-коммуникационные технологии, выполняя различные тесты, задания. Ребята участвуют в онлайн-олимпиадах. Оборудование, которое установлено в начальных и старших классах, это определенный интерес, это притяжение, желание ученика идти в школу, получать образование. Развивая детей, обучая их таким образом, они получают качественные знания, а дальше становятся высококвалифицированными рабочими.